Большой Атус, сегодня я вам расскажу про нашу свадьбу, которая могла бы не состояться. Все начиналось довольно спокойно и хорошо, меня собирала Лизочка, потом мы делали фотографии уже вместе с Жулем, который меня увидел в первый раз в свадебном платье. Он, если честно, просто прослезился и сказал, что никогда не видел подобной красивой невесты, и мне было, конечно, очень-очень приятно. Мы сделали очень красивые кадры и уже потом приехали в мэрию. В этот момент мы ожидали уже пребывания всех гостей, но одного у нас в этот момент не хватало. Идем из ЗАГСа. Это не ЗАГС, это мэрия, во-первых. Во-вторых, у меня тут прыщ. И у Лили тоже. Стоит. Что-то позирует. Именно в этот момент я узнала, что мой свидетель не может приехать, и у меня был дикий просто стресс, потому что я думала, что все могут вообще отменить. Но несмотря даже на это, все же все получилось. Меня привел под руку папа, я встала рядом с Жюлем, и далее началась церемония. Monsieur Jules Jacques Yves Magnin, consentez-vous à prendre pour votre femme et légitime épouse madame Lilia Ivanova ici présente? Oui, je le veux. Madame Лилия Иванова, consentez-vous à prendre pour votre mari et légitime époux monsieur Jules Jacques Yves Magnin ici présent? Oui. Au nom de la loi, je déclare que monsieur Jules Jacques Yves Magnin et madame Лилия Иванова sont unis par le mariage. Félicitations. Такси есть? Опа. Такси, пожалуйста. Объясняйся. Автобус большой. О-ля-ля. Иду в тюрьму за то, что опаздываю на свадьбу. Правильно. Естественно, начинаем мысли глубже, мысли шире. Не выходим замуж, точка. Это непонятно. Бывали. Леша, ты вивли Марье! Мы заказали целый автобус, собственно. Мы съедем. Но я на кэп, соли, шаршили трик. Сейчас ждем остальных и едем. Рида не снимала Эйфелеву башню, но на самом деле у нас шикарный видовой ресторан. И сверху у нас вот такая красотища. Так хочу есть, просто умираю. Ну и, конечно, в ресторане не обошлось без тостов, которые я переводила с русского на французский, с французского на русский. И очень-очень вкусной французской кухни. Особенно это божественный суп и птица. Киньте солнце! Это незаконно. И le respect mutuel. Жюль, покажи свое кольцо. Или тамбаг, или требелло. Оно очень красиво, мне кажется. Заканчиваем маленьким десертиком и дополнительным с чаечком. Таком красивеньком, прозрачненьком. Чайничке. Романов из Чехова. Это не я сказала твое, это мама Жюля сказала. О, Болечка. Юльчик. Мы идем все-таки на Бату, на кораблик. Ритусик тут со мной. Александра Третьего сейчас будем проплывать. Струйно, в честь дружбы народов между Россией и Францией. Который для нас приготовила бабушка. Про Жюль и Лилю. Это не разлучники, которые все всю жизнь вместе. Кошка, кстати. Ça rappelle son chat qui était Стеф. Мама кошка очень-очень годенькая. Что, друзья, спасибо вам большое за то, что были с нами. Спасибо за просмотр этого влога. Я вас всех очень сильно целую, люблю. Заходите почаще, с вами подольше, вошли.